Всем здравствуйте! После оборвавшейся жизни Александра Пономаренко казалось, что его горюющие родственники только сплотились. Но не тут-то было, взаимопонимания хватило только на полгода. Несколько месяцев комик Александр Пономаренко боролся с раком желудка, но, к сожалению, болезнь победила. После его ухода родные артиста появились у Андрея Малахова, поддерживали друг друга, с теплом вспоминали ушедшего. Валерий Пономаренко, брат-близнец юмориста, публично заявлял, что теперь возьмет на себя заботу о его жене и сыне. Но как только пришло время вступать в наследство, что-то пошло не так. Стало известно, что недавно жена Александра Пономаренко, Анна, и его сын Герман снова пришли на телевидение, чтобы рассказать о семейном конфликте. По закону на наследство покойного могут претендовать не только его жена и дети. У покойного остались сын и дочь, но и братья. Есть еще младший Иван с матерью. Однако Анна, похоже, этим фактом очень недовольна. По ее мнению, Валерий требует слишком большую долю, хотя обещал поддерживать их и не вступать в конфликты. Почему брату и пожилой матери не досталось многомиллионное наследство Пономаренко, а все перешло к жене? – вопрошал ведущий. По словам Анны, в ответ на попытки уладить конфликт тихо, внутри семьи, разговором, Валерий просто отказал в грубой форме. Больше всех теперь досталось матери артиста. Пожилая женщина долгое время не знала о том, что одного из ее сыновей больше нет. От нее скрывали эту трагическую новость. Теперь задавленная горем мать вынуждена идти к нотариусу и подписывать бумаги, разбираться с наследством. Отметим, что по некоторым данным, состояние Александра Пономаренко составляло 3,3 миллиарда рублей. Его супруга не скрывала, что никогда не работала, и очень надеялась на помощь и понимание Валерия, ведь он обещал. Чем ответит своим родственникам Пономаренко, пока неизвестно. В последнее время он вынужден выступать в дуэте с Николаем Бандуриным, чтобы заработать. Одного брата на сцене, кажется, не особенно ждут. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.